Всем привет-привет, ребята! Я очень давно не снимала такого рода видео, если честно, мне кажется, я разучилась это делать. Я сейчас очень долго настраивала камеру. Даже сейчас я смущаюсь, не знаю, о чем с вами разговаривать, хотя видео будет о покупках. Если честно, я себя чувствую как-то неловко, как будто я снимаю в первый раз, потому что я, наверное, такого рода видео не снимала месяц, может быть, даже больше. Потому что последние мои видео – это влоги из каких-либо стран во время наших путешествий, которые я снимала. В общем, и я очень-очень хотела снять такого рода видео, поболтать с вами. Мне этого, честно, очень не хватало. На самом деле мы в Алмату вернулись недели 3 назад. Дело в том, что все это время я болела, моя дочка болела, мой муж болел. В общем, мы все переболели по очереди. И то одно, то другое как-то опять нас тут закрутило, завертело. В общем, одно на другое я никак не могла выбрать время для того, чтобы снять для вас хоть одно видео нормальное. На самом деле, я когда прилетела в Алмату, я увидела просто целую комнату, заваленную посылками. На полу валялись вот так вот пакеты, какие-то коробки. Столько-столько всего мне поприсылали, пока меня не было. Бедная моя свекровь, она ходила на почту, постоянно забирала эти посылки. Она, наверное, меня ненавидит. И когда я их начала раскрывать, я подумала, боже, сколько же видео мне нужно снять теперь, чтобы вам все это показать. Если честно, я еще немножечко болею, может быть, поэтому у меня немножко такой голос странный. Ну, не обращайте внимания, потому что я чувствую себя прекрасно. Вот, давайте я вам покажу покупки. Вначале я хочу показать вам потрясающие часы, в которые я влюблена. Заказывала их на российском сайте lamerwatches.ru. Я просто обожаю эти часики. Посмотрите, как они классно смотрятся на руке. В России эти часики не так уж популярны. Популярны они в Штатах. Их создатель популярный в США дизайнер Мартин Илана. Все детали к этим часам создаются вручную. Ремешки здесь сделаны из тонкой-тонкой кожи. Материалы для цепочек и брелков — драгоценные и полудрагоценные гипоаллергенные металлы. Все зависит от модели. Фишка в том, что получается целый оригинальный аксессуар, который еще и время показывают. Здесь камушки, браслет. Камушки можно подобрать по своему знаку зодиака. Мне понравилось несколько моделей. Я долго выбирала, в итоге остановилась на этой. В общем, у меня здесь стекло минеральное, ремешок итальянская натуральная кожа, механизм кварцевый, Япония, ограненный лабрадорит и круглый ограненный синий агат. Мне очень понравились эти часики, я от них просто в восторге. В Дубаях я приобрела себе два аромата. Это всеми известный Монталь и всеми известный Tom Ford Velvet Orchid. Мои парфюмы практически все закончились, которые до этого я вам показывала. И мне не хотелось почему-то к ним опять возвращаться, захотелось чего-то нового. Я искала ароматы, которые по отзывам и по описаниям будут подходить мне. В общем, я решила довериться интернету и мнению своих друзей. И решила сделать такого рода эксперимент и проверить, на самом деле, подойдут ли мне эти ароматы, которые я выбрала по отзывам. Потому что отзывов на самом деле миллион, ароматов миллион, а вот именно те ароматы, которые мне нужны, их на самом деле очень мало. Я для себя сделала списочек, там, может быть, было ароматов 15, да, которые мне были интересны. И из этих 15 я уже отталкивалась, сводила все к минимуму и остановилась на вот этих двух ароматах. На самом деле я хотела купить один из них, потому что они, в принципе, достаточно дорогие оба. Я не знала, какой мне выбрать, то ли Tom Ford, то ли Монталь. Восторг об этих парфюмах тоже был практически одинаковый. Я позвонила своей подружке и говорю ей: Наташа, вот что мне выбрать? Посоветую, вот ты меня знаешь, вот я типа сомневаюсь, то ли Tom Ford, то ли Монталь. Вот не знаю, что мне выбрать. Подскажи, что мне больше подходит. В общем, Наташа сказала мне, что мне подходит больше Tom Ford. Все, ну раз Наташа сказала, что Tom Ford, значит, точно мне нужен Tom Ford. Мы прилетаем в Дубай, я забегаю в Duty Free, говорю, у вас есть Tom Ford Velvet Orchid? Есть. Я беру его с полки, не пробую. Мы приезжаем в отель, я его распаковываю, начинаю его наносить на себя и вот так стою просто в шоке, потому что этот парфюм, он не дешевый, он стоит $140 в Duty Free, 100 миллилитров, и когда я его на себя нанесла, я немножко разочаровалась. Хотя многие предупреждают, что с первого пшика не влюбляешься в этот парфюм, что это не тот случай, но в моем случае всегда наоборот. Я с первого пшика как раз-таки влюбляюсь в аромат. Этот аромат исключительно для тех людей, кто любит сладкие ароматы, потому что он явно
приторно-сладкий. На самом деле я не специалист во фрагрантике, да, я не разбираюсь в парфюмах, не могу там ноты назвать и так далее. Если честно, этот аромат совсем по-другому люди описывали в интернете. Моему мужу он не особо понравился, потому что мой муж не любит сладкие ароматы, именно женские. Кстати, он немножечко напоминает Терри Миглер, похож именно своей яркостью, и тот аромат Терри Миглер, он намного круче, я вам прям ручаюсь, чем вот этот. Если уж вы хотите себе какой-нибудь яркий, красивейшим шлейфом аромат, то лучше купить Терри Миглер, а этот какой-то все равно странный. Но я его, может быть, не поняла. Пожалуйста, напишите в комментариях, может быть, у кого-нибудь из вас есть этот аромат, посоветуйте, что мне делать, как его прочувствовать до конца, но я не прочувствовала. И следом за ним я купила Монталь Rose Musk. Парфюм был вот в таком бархатном чехле. Бутылка у него алюминиевая, легкая. У меня вот такая расцветка у Rose Musk, хотя на некоторых розово-зеркальный цвет, такая защелка, ну, чтобы он не нажался случайно. Я его на себя нанесла, попробовала и влюбилась в него с первого пшика, потому что это мой аромат. В составе есть мускус. Я поняла, что я очень люблю мускус. Ярко чувствуется в аромате роза и мускус. Это просто потрясающий аромат. Он немножко холодный. Подойдет, мне кажется, и на лето, и на осень. Он стойкий. В официальном сайте во Франции этот бутылечек 100 мл стоит 100 евро. Это $120. Купила я этот аромат за $90 в Дубае. Это 100% оригинал, потому что я покупала в Дубай Молл. Качество, и у них есть все сертификаты, но аромат у них стоит дешевле, чем на официальном сайте. Я не знаю, с чем это связано. Я уверена на 100%, что это оригинал, потому что запах просто шикарнейший. Третий аромат, который мне доставили вместе с помадами, Clinique. Новый аромат Aromatic in White. Если честно, этот аромат относится к Velvet Torch. Запах яркий, сладкий, цветочный, медовый. Раскрывается постоянно как-то по-разному на руке. Через час он совсем по-другому пахнет. Он как бы и нежный, и яркий в то же время, но это не мое, потому что, опять же повторюсь, я не очень люблю сладкие ароматы, мне нравятся холодненькие. Еще раз повторю, что когда я приехала домой, я увидела множество посылок, и маленьких, и больших, и в пакетах, и в коробках, и увидела огромную коробку, которая, во-первых, она огромная картонная, во-вторых, она была сверху еще в деревяшке в какой-то. Пока я эту деревяшку сняла, в коробке я увидела гримерное зеркало, которое я заказывала давным-давно, еще до поездки в Гуа, то есть это было где-то 2 месяца назад. Я его заказывала из России, и на нем сделали такую красивую гравировку снизу. Женя Гейн, она подсвечивается с лампочками. В общем, об этом зеркале я мечтала давным-давно. Проблема заключается сейчас в том, что мне не на что поставить это зеркало. У меня нет туалетного столика, потому что тот столик, который у меня был давным-давно, он коричневый, а я хочу белый. Теперь в Алматы я буду искать белый, какой-нибудь такой узенький, маленький туалетный столик, чтобы на него поставить это гримерное зеркало и снимать красивые видео для вас. Ну что, я буду заканчивать это видео. Надеюсь, вам оно понравилось и вы по мне скучали. Если сюда, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Да, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Как бы в инстаграме я все-таки ближе к вам, потому что я каждый день практически выкладываю новые фотографии. Спасибо за просмотр. Пока-пока.